Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на iPad 2021 года можно изменить обои. Заходим в настройки, нажимаем на обои, выбираем новые обои, после чего можем выбрать либо из наших изображений по умолчанию, либо же, например, выбрать из наших фотографий. Также, как вы видите, неплохо работает на них темная тема. Давайте выберем вот эту фотографию. И нажмем «Установить». Теперь выбираем на экран блокировки, экран домой, либо же оба экрана. После чего выходим. Как вы видите, обои изменились. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!